Всем привет, с вами Злата, вы на канале Бухты Барахты. Сегодня у меня проблема. Да, проблема. Может, стоит все бросить и снова заняться лапшой? Я пытаюсь придумать, чем заняться, но у меня ничего не выходит. Кстати, дорогой друг, а что ты делаешь, когда не знаешь, чем заняться? Пиши в комментарии. А еще, дорогие друзья, не забывайте подписываться на мой канал и нажать на колокольчик. Дзынь-дзынь-дзынь-дзынь. А еще подписывайтесь на мой инстаграм. Сначала я хотела поиграть в игрушки. Надоело. Потом решила посмотреть мультик. Вот он! Вот передумала. И тогда я решила позвонить своей подружке. Алло, Наташа, мне скучно. Будем думать, чем заняться вместе. Отлично, сейчас буду. Привет. Привет. Ну и чем будем заниматься? Я не знаю, я все уже испробовала. О, может быть, уберем игрушки? Нет. А давай мы устроим дома настоящий театр. Давай. Быть или не быть? Вот в чем вопрос. Злата, а давай станем настоящими спецагентами. Давай. Класс, давай пятерку. Локтем. Локтем, давай. Кажется, мне эта игра не очень нравится. Может быть, попробуем йогу? А может быть, мы станем известными певцами? Давай, я готова. Тут тут свеж, ничего себе, ничего себе. Покажем всем, покажи. Злата, давай съедим 2 килограмма капусты. Самое интересное занятие, когда нечего делать, это знаешь какое? Какое? Посмотреть канал Бухты Барахты. Точно. Кстати, друзья, вы уже подписались на мой канал? И поставили лайк. Ой, Наташа, что ты делаешь? Я смотрю твой инстаграм. Друзья, а вы подписались уже на мой инстаграм? Ну что, Злата, у нас с тобой сегодня был отличный день, правда? Да. Тогда предлагаю скорее пойти почитать все наши комментарии. Да. Ну, а вам, друзья, пока-пока!